Это автомобиль какой-то старый, будем так говорить, номер, вы его смотреть, снят организацией, и он стоит. И когда обычно, как практика показывает, вот уже последние две недели, когда начинает оттуда что-то возить, он перекрывает дорогу. А вывоз связан с деятельностью предприятия или какого? Да. Связано все с предприятием. Он начинает вывозить, вот судебные приставы, они, в общем-то, мешают и судебным приставам работать, и приняты. О ненадлежащем оформлении документов. Где у вас так? Какой вопрос? Смотреть можно? Что предоставить? Документ с собой? Давайте можно сделать. Представляете себя. То есть это наружная оболочка резервуара. Она состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 поясов по 1,5 метра, то есть 18-метровый рулон. Он сделан, первый пояс идет из листа. Это листы, 1,5 на 6, сваренные между собой, полотнище стен. Вот он идет. Вот это все скручено в рулон диаметром 3,200. На этот же рулон накручено полотнище днище. Полотнище днище представляет собой вот что. То есть это тоже листы 1,5 на 6, вырезанные по наружному. То есть диаметр резервуара 11,07. То есть наружная стенка будет вставляться вот здесь, вот по радиусу. Каркас есть отдельный чертеж. Он тоже заложен в комплектовочный ведомство. Нет, он есть, там есть комплектовочный ведомство. Вот она идет. Это типа что-то для транспортировки предназначено. Это да, это транспортировочный. То есть он потом заказчик за него заплатил, он его забирает себе. Он его там режет, сдает на металловоз. Одна половина, вторая половина вывала посреди. Я перевернул. То есть получается Я понял. Да. Это сейчас там тогда несколько минут. А там завернут был. Там шестерка, вот сейчас с той стороны будет видно, что первые клинца идет десятка. Полотнище вот, стенки вот, полотнище днище, вот две части. Завернут. Да. А это. Это центральное кольцо, кольцо, да, четвертое место. Крышка это твой резервуар? Это не крышка, это деталь, на которую крышу собираешь.
здесь вот написано, что РВС 2,5, заводской заказ 391, номер договора, место 1. Номер спецификации написано. Да, это нанесено несмываемым маркером, то есть он... Вот это на стенку днища. А вот мне покажите, где внутренняя конструкция вот транспортировочная. Я сейчас чертеж вам это не смогу показать, я могу вам его завтра переслать. То есть конструкцию именно на сам каркас. А материал? Материал вот он здесь использован. Здесь нет, покажите. Все, дальше на основании этих документов можно обращаться и к правоохранительным органам, органы следствия, суд, уголовный, с чем угодно. Что им было разъяснено мною в прошлый раз, что им было разъяснено сегодня на совещании, причем я доказ. Роспись и... Ну, подпись, там без разницы. Опять кое-что.